Посмотрите, какая красотяжка. Уточки поплыли. Красиво. Привет. Спасибо, что зашли ко мне на канал. Рад вас снова видеть. Сегодня предлагаю поговорить о том, кто же такие хардгейнеры. И существуют ли они вообще? Кто эти инопланетные создания, которые жрут целыми днями и не толстеют? Да, в этот момент какой-нибудь пухлый мужичок, который сидит, если он смотрит мое видео, конечно, бросил в меня бутербродом с колбасой. Но действительно, хардгейнер – это человек, который не толстеет, понимаете? Не набирает массу. Ни жир, ни мышцы. Он постоянно строен, постоянно подтянут. Это человек, которому тяжело набирать массу. Даже если он начинает жрать очень много, он все равно не набирает массу. В силу огромной высокой скорости метаболизма. Ну, родились вы такие. И я такой. Я сейчас, у меня вес 85 килограмм. Всю свою жизнь я весил, большую часть жизни, около 70. Иногда даже вес падал до 67 килограмм. Сейчас я набрал 15 килограмм. И я не набрал жира. За год я набрал грамотных тренировок. Я набрал 15 килограмм. И никакого жира. Мой пресс как был, так и остался на месте. Да, сейчас кто-то меня бросил еще одним бутербродом или хот-догом. У меня постоянно есть пресс, понимаете? Я его даже не тренирую. Просто комплекция такая. Я вообще не помню, чтобы у меня пресса не было. Ну, комплекция у нас такая. И, ребята, вам очень, очень круто повезло. Что, вас жалеть я должен из-за того, что у вас не набирается жир, не масса? Масса пойдет. При грамотных тренировках она пойдет. Но вы не набираете лишнего жира, поймите. Чтобы достигать таких результатов, люди употребляют определенные препараты, чтобы набирать вес и не жирнеть. А вы же набираете минимальное количество жира, тренируясь. И хавая практически все, что вы захотите. Вот, если вы все это делаете, то вы, скорее всего, хардгейнер. Вам очень круто повезло. У вас постоянно, скажем так, посушенное состояние. И вы видите, ваши мышцы, они более рельефные, они более прорисованы. Да, тяжело набирать, но возможно. Если вы хардгейнер, это просто тяжелее делать, но это возможно. И делать это возможно натурально. Это, скажем так, основная тема канала моего. Я хочу показать, как это делать. И я сейчас хочу показать именно, когда я вешу 85 килограмм, а не 95 килограмм. Потому что вы мне уже не поверите, что я был вообще хардгейнером, да? И что это сделано натурально. Скажут, а, химик, все, 95 килограмм, какой он хардгейнер. Вот сейчас посмотрите на мою форму. Это натуральная форма, которая легко дойти за год тренировок. Я гарантирую этот результат, если вы будете внимательно смотреть мои видео. Еще, как это можно определить? Ваши кисти, скорее всего, такие тонкие, как у меня. Ну, как довольно тонкие, да. То есть вы их, скорее всего, можете даже обхватить своими пальцами, вот так. Это еще говорит о том, что у вас длинные пальцы. Длинные пальцы, тонкие кости. И это признаки хардгейнера. Такие же тонкие кости у вас на ногах, на голени. Вы также можете обхватить ее, практически можете обхватить ее своей одной рукой. Может, там с небольшим запасом. Если это все у вас есть, это еще длина шеи. Есть определенные параметры, которые можно померить, чтобы точно узнать пропорции хардгейнера или нет. Основные это вот просто пальцами взять свою кисть, да? Если вы это смогли сделать, скорее всего, вы хардгейнер. Поздравляю, это круто. Так вот, хардгейнер это не обязательно высокий человек. У меня 185 сантиметров роста. То есть это достаточно высокий рост, и тренировки из-за этого абсолютно отличаются от людей, которые, например, ростом 1,60 или 1,70 м. У них короткие конечности. Если они не хардгейнеры, то вообще все по-другому. Поэтому для каждого тренировки индивидуальные. У меня на канале вы поймете, как это делать, если вы хардгейнер, если вы высокий хардгейнер, которому тяжело набирать массу. Так кто же такой хардгейнер? Это тяжело набирающий массу человек. Он может быть и невысокого роста хардгейнер. Если вы, допустим, 1,60 м ростом и вы хардгейнер, ну, конечно, так себе старт у вас для зала, да? Не очень расположено ваше просто тело для тренировок силовых. Наша, в принципе, комплекция не очень расположена
к силовым тренировкам. Вот у меня хардгейнера, тело, в принципе, расположено более, скажем так, не таким силовым тренировкам, как бодибилдинг. Вот, но мне нравится это. Я очень получаю огромное удовольствие в зале, и я там отдыхаю психологически. Мне это очень нравится. Мне нравится находиться в форме. Я все равно тренируюсь, да? Хотя, наверное, наша комплекция больше расположена, например, к бегу, потому что длинные конечности позволяют просто делать больше шагов, да? К другим видам спорта, не бодибилдингу. Это нужно честно себе сказать об этом. И понять это, что, в принципе, это не наш вид спорта. Сложно добиться здесь каких-то феноменальных результатов с нашей комплекцией. Но можно, хороших можно. Можно даже попробовать выступить где-нибудь, например, на Men's Physique. Сейчас это модное направление. Вот я не планирую, но может вы захотите, а почему нет? С вашей рельефностью сделайте себе форму. С определенной формой вполне реально, все можете попробовать. Вот, так. Что же значит быть хардгейнером? Хардгейнер — это определенный режим питания, определенный режим тренировок. Это огромная, обширная тема. Это не тема одного видосика, это тема целого канала. Смотрите мой канал, и если вы хардгейнер, просто знайте, что вам набирать массу будет чуть-чуть тяжелее, чем другим, но у вас все получится. И результат будет действительно классным, потому что вот если вы молодой, то вы, например, да, еще не понимаете, возможно, что, если вам лет 20, например, я тоже молодой, лет 20 я не понимал так сильно этого, но вот, например, мои друзья уже к 30, они все пузатые, а у меня нету пуза, да, ребята, вы смотрите канал, ну, ребята, реально, вы пузатые уже, я знаю, вы меня любите, обожаете, да. А у вас этих проблем нет, у вас, скорее всего, есть прессик, и вы особо не паритесь, вы едите, что хотите, Макдональдс, картошка, то есть делайте, что хотите, все равно вы остаетесь стройными, да, ребята, вам круто повезло. Ко мне прицепилась какая-то собака, вот вам видно, и это не моя собака, это чья собака, ваша собака, я не знаю, она почему-то идет со мной рядом, вот. Рыжая такая, добрая. Не знаю почему, она за мной так идет уже, наверное, минут 5. Я даже пробовал переходить на другую сторону дороги, но все равно она идет за мной. Ну хорошо, пойду с собакой. Пусть ты будешь рыжик. Рыжик. Рыжик со мной. Итак, хардгейнер. Да, ребятки, вам, ребятушечки, вам очень крупно повезло, что вы хардгейнер. О, собака ушла. Капец, куда она ушла? Ладно, я уже к ней привык. Если хардгейнер вы, вам очень круто повезло. Просто чуть-чуть будете дольше добиваться результатов. Возможно, чуть-чуть тяжелее вам в плане набора, конечно, согласен, да. Я сам через это прошел. Мне кажется, ему надо перебрать движок. Но все реально. Набрать массу реально, все возможно. И вы сможете набирать... О, рыжик вернулся. Вы сможете набирать качественную, сухую массу. Ваши мышцы, конечно, смотрятся меньше, они не такие объемные, но результат тоже будет идти. Эти мышцы будут, возможно, даже сильнее, чем у ребят, которых больше рядом, которые рядом с вами. Они, может быть, их мышцы больше, но ваши сильнее. Они, понимаете, они плотнее. Структура мышцы другая из-за того, что вы хардгейнер. Вы не набираете такую массу, как эти ребята. Ваши мышцы сухие. И вам очень повезло. Да все, что я хотел сказать по поводу хардгейнера. Если есть еще вопросы, пишите под видео. Смотрите мой канал. Богатырскому здоровья. Ставьте лайки. И удачи. Отличных вам результатов. Рыжик со мной. Все, пока.